Да! И наш следующий участник Мерген болтает у проектом Фудубан. Давай. Давай. Эту фотографию вставили сюда без моего ведома. Я бы выбрал другую. Я просто знал, что будет много девушек красивых, и специально поставил, чтобы ты был няшечкой. Спасибо. Да все такие, вау, какой классный. Добрый вечер. Меня зовут Мерген Болтаев, я представляю компанию Фудубанк, платежный шлюз, который помогает интернет-магазинам зарабатывать больше. Я очень рад вас всех здесь видеть и иметь возможность представить вам свою компанию. Нам 3 года. За это время мы сделали мощный платежный шлюз, внедрили туда много технологических фишек, однако, к сожалению, все, что мы научились зарабатывать, это 200 тысяч рублей в месяц. Нам этого явно недостаточно, поэтому мы продолжали искать ответ на вопрос, как же мы можем реально помочь интернет-магазинам. Ответ пришел не так давно. Онлайн-рассрочка. Мы даем возможность магазину реально увеличить его средний чек, количество спонтанных покупок, благодаря тому, что очень быстро выдаем займ на сумму до 50% от суммы заказа. Что очень важно, магазин подключается бесплатно и платит за платежи с рассрочки стандартную комиссию в размере 2-3%, которую он заплатил бы в случае простого приема платежа с помощью банковской карты. Чтобы сервис был эффективен для интернет-магазинов, мы должны иметь возможность предложить хорошие условия непосредственно покупателям. Что мы предлагаем им? Взять до 50% суммы покупки, только номер паспорта, телефона, данные карты. При этом 30 дней льготного периода и выдача в реальном онлайне. То есть после того, как он нажал кнопку, отправил данные, ему тут же приходит ответ, да или нет. Проанализировав рынок, мы увидели следующее. Есть онлайн-МФО, которые выдают просто онлайн-займы под бешеные проценты на банковскую карту или кошелек. Вот Владислав это хорошо знает. Вот. Но они не предлагают возможности интеграции с магазином, а те, которые предлагают, то человек должен взять всю сумму покупки займом. Есть разница, одолжить 8 тысяч на всю покупку и 8 тысяч, когда не хватает на iPhone с большим количеством памяти. Также есть банки, которые предлагают взять покупку полностью в кредит. При этом процесс достаточно сложен, надо дождаться курьера, и в целом это не совсем наша целевая аудитория. Единственный минус, который есть сейчас, тоже достаточно высокая ставка за пользование займом, но мы будем над этим работать. Работать мы будем следующим образом. В перспективе это будет агрегатор займов, то есть заявка на займ будет направляться сразу в большое количество МФО, и покупатель будет получать оптимальные условия, исходя из его кредитной истории. Возможно, будет своя МФО для того, чтобы брать часть заявок и зарабатывать дополнительные деньги. Инвестору мы предлагаем купить 30% компании за 5 миллионов рублей. При этом отмечу, что мы потратили уже больше 12 миллионов на разработку платформы. 9 миллионов были вложены инвесторами, и почти 3 – это собственные средства команды. Получив раунд, мы достигнем следующего. Мы подключим 100 новых клиентов и увеличим выручку компании более чем в 5 раз, до 1 миллиона рублей в месяц или выше. Наши текущие клиенты и партнеры – это 2 банка в России и в Европе. Это ОКО, возможно, многие из вас его знают, достаточно популярный сервис онлайн-фильмов. Это сеть медицинских клиник «Атлас». Мы помогаем принимать платежи Фонду развития Московского государственного университета. И нас проинвестировал Игорь Мацанюк из MIVC. Возможно, вы знаете, это компания GameInsight. В целом это все. Спасибо вам за внимание. Если я кого-то заинтересовал, фотографируйте контакты. Я буду всегда рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое.